Допити проводили, ну, дуже жорстокі, паяльником, ножами ковирялися аж в суставах. Хорошо, Владимир Владимирович, вы попали в плен, да? Вы попали в плен. Объясните, как к вам относятся в плену? Вот только правду. Полностью. Бухаю каждый день. Смотрите, как у меня выросла пуза. В плену. Нет, реально, я вам скажу, как меня вырезало пузо. Я могу, как это? Печень покажи свою. Вот. Сало ем, тут мясо, лук ем. Водку пьешь, да? Водку, ну а как лучше спирт, да? Спирт. В основном спирт, да? Спирт, да. Коньяк. А коньяк-то вы пьете, Владимир Владимирович? Вот смотрите, вот коньяк, живой коньяк, вот, пью. Пиво возьми в руки. Это то, что вы кажете, что... А пиво вы пьете? Над нами ополченцы издеваются. Ой, смотрите. Смотрите. Владимир Владимирович, извините. Скажите на камеру, где вы находитесь. Владимир Владимирович, извините. Вот вы сейчас находитесь, вы сейчас военнопленный, правильно? Да. Вы находитесь в плену. Да. Правильно. Вы в плену, если так честно разобраться, у российских наемников. Правильно? Не в российских. Нет, вы находитесь в плену в ЛНР. В Луганской Народной Республике. Да. Но вы находитесь в плену даже у российских наемников. Нет. Да. У тех, кто с Россией приехал сюда воевать. За Донбасс. Правильно? Я не видел. Кого? Кого победить? Этого Порошенко ебаного. Ну так, еще что? Он, блядь, от души говорит, ты представляешь? Зайчика, то ключевого. Ятленюка, да? Он ненавидит этого пидора. Антона этого. Да, да. Порошенко, я тебя, сука, блядь, сам, блядь, как бы... Жопу выебу. F1, блядь, сука, в жопу воткну. Понял, сука, блядь? Ёбаный ты в рот, блядь. Жив ты, сука, блядь. И шаг ёбаный. Ты с кем нас, блядь... Ебать, я уже не возьму телефон. Ты с кем нас, как бы, свёл? Это братья наши, понимаешь? Обними старого, покажи, что наши братья, поцелуй понимаешь? Поцелуй щеку, как любя. Сука, ты ёбана, блядь. Это на братья. Я, можно сказать, пошел против братья, понимаешь? А вы похожи. Брата своего.